Да, там телефон почти умер, это с другого телефона я снимаю, отсюда качество, наверное, будет не такое хорошее. Но... Ну вот, думаю, все восстановится, ребята, будет нормально. Правильно говорят, это не 90-е годы. Надо приходить к какому-то консенсусу, да, видите, не приходит, значит, надо что-то делать существенное. Да. Сколько можно это на самом деле ждать? Люди гибнут, так скажем, в месяц там, я не знаю, поскольку по 10 человек, с той, с другой стороны, это одним разом надо все решить и все. Там, я думаю, была провокация, да, с той стороны, со стороны того вуза оттуда. Нужно сконцентрироваться. Я не военный, но просто думаю, да, там. Главный удар на сторону Карабаха, да, туда, но... Как вот Израиль сделал трехдневную войну, и все, зачистить территорию, и на этом конец. И все будет нормально. Мир, дружба, все будут жить хорошо, счастливо. Миф надо, миф от этого избавляться, от этой навязчивой идеи. Быть людьми. Хватит эту захватническую политику. Еще было бы государство сильное, а то какое-то карликовое государство мнит из себя. Кто приедет там жить, даже если, например, скажем, да, так? Да, допустим. Отвоевали там, Карабах оставили, как они говорят, это... Гянджу взяли, еще что-то взяли, Нахчиван взяли, Турцию взяли, а людей нет. Жить некому. Да, и мы знаем, что рождаемость там очень такая, да, маленькая. Да. Кто там будет жить? Ишаки карабахские, что ли? Ишаков туда загонят? А бросайте глупости, живите, вот территория есть, да, мало что ли? Армения, нормальная территория. Живите и все, радуйтесь. Пора прекращать. Если нужно будет, серьезно, я еще это проштудирую Евангелие и как тер-тер приеду в армянскую церковь в Баку. Да. Буду священником там. Многие меня уже, ребята, знают, так что меня представят там нужным структурам. И буду служить, да, в армянской церкви, серьезно. Да. Так что бросайте эти все занятия, никому не нужные глупости. Живите нормально, а сколько там осталось жить каждому. Подрастающее поколение, что оно в напряжении там живет, да? Что, думаете, они спокойно живут? Это так на вид, они привыкли. Но подсознательно уже там все, мандраж, да, у всех? А вдруг завтра, а вдруг послезавтра? Да. А отдавать ничего нельзя, так как если отдав что-то, потом претензии, даже если там кто жить не будет, претензии у них пойдут и на те земли. Это ясное дело. Это и в жизни так. Когда у человека слабое место находят, звено, потом уже садятся на голову и да, происходят уже знакомые нам события. Так что вот это я хотел, в принципе, сказать. Фазили и дед Меджида тоже послушал это там, что он говорит. Да. Ну ладно, ребята, счастья всем, успехов. Я сижу, вот кондиционер работает, очень жарко. Да. Мой тяспей, не видит, тяспей, да. Так что все будет хорошо, я думаю, в ближайшем будущем. Я уже как говорил как-то, да, что в 2020 году что-то должно быть такое существенное произойти, глобальное. Будут происходить какие-то события. Видите, оказался, как Джокер говорит, я байловский Нострадамус. А я это, да, скажем, полушуртуватский Нострадамус. Американский Нострадамус. Полушуртуватский. Да. Ну ладно, давайте коротко. Да. Надо ехать домой.
Проголодался я нынче. Ну давайте, ладно, счастливо, удачи всем, успехов.